На новогодний праздник приглашаю. Детей советских радует страна. Для них в Москве большая-пребольшая в огромном зале елка зажжена. И нет нигде ее наряда краше, цветных огней ее чудесней нет. В любую даль ко всем ребятам нашим с московской елки льется чистый свет. И в город, и в деревню, и в поселок, в любую школу их у нас не счесть. У всех веселых новогодних елок родство с большой кремлевской елкой есть. И в Ленинградском дворце пионеров новогодний праздник. В самом торжественном зале дворца участники конкурса бальных танцев представили на суд зрителей свои показательные выступления. А эти ребята приехали в Ленинград, чтобы участвовать в традиционных соревнованиях по боксу. Они представляют 19 спортивных команд городов и республик страны. Как хочется стать настоящим боксером. Наверное, об этом думает Виталий Самохвалов, рассматривая снимки, запечатлевшие бой олимпийского чемпиона Геннадия Шаткова с Мухаммедом Али. Сегодня Геннадий Иванович — главный судья турнира. И грянул бой. 270 юных боксеров приняли участие в этом турнире. И у каждого были свои болельщики. А вот и Виталий Самохвалов вышел на ринг. Его противник — Саша Кудлай. Кто же из них победит? Победил Виталий Самохвалов. А после соревнований ребята гуляли по заснеженному Ленинграду, знакомясь с его замечательной архитектурой и памятниками, с героическим прошлым нашей страны. В дни школьных каникул в 814-й московской школе открылся музей боевой славы. Эти люди знают, что такое война. Они фронтовые кинооператоры. Их ратному труду и посвящен школьный музей. Это благодаря их мужеству и умению
мир увидел своими глазами, как воевал наш советский солдат. Их место на фронте было рядом с солдатом. Их подвиг рядом с солдатским подвигом. Чтобы снять эти кадры, оператору приходилось стоять в полный рост под обстрелом. Быть рядом с солдатом, готовым подняться в атаку. Со стендов школьного музея смотрит на ребят военное прошлое. Погиб в бою за польский город Вроцлав незадолго до конца войны Владимир Сущинский. Сотни километров прошла с партизанским отрядом Мария Сухова. В одном из сражений она пала смертью храбрых. Вот какой кинокамерой снимали фронтовую хронику. Аппарат весил 5-6 килограммов. Через каждые 30 секунд остановись, заведи и снова снимай. На войну ушло 252 кинооператора. 43 из них погибли. Ветераны кинохроники и сейчас в строю. Снимают сегодняшний день, учат молодых. Получить пионерский галстук из их рук – высокая честь. Мир, который нас окружает. Для одних это просто деревья, поля, реки. Для других это краски, цвета и оттенки. А для этих ребят, прежде всего, звуки. Они учатся слушать мир, учатся музыке. Быть может, для многих из них музыка станет любимым делом. Мы познакомим вас с одним из таких ребят. Сережа Косенко. Ему 11 лет. Он ученик Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории. Я, конечно же, хочу быть в будущем и композитором, и пианистом. Потому что композиция – это моя страсть. А фортепиано ничуть не меньше. Я просто не могу жить без фортепиано. Мое увлечение музыкой началось с самого детства. Когда я родился, мой первый крик был «Ля!». Все засмеялись и сказали: «Будущий музыкант растет». Сегодня в школе концерт. Сережа исполнит свою сюиту «Русь».